Это нервное. Подробнее. Ну что подробнее? Давайте сейчас загадывать никому не хочется. Поэтому давайте увидим документ, а потом его обсудим. Нет желания никакого сейчас обсуждать документ, который. А если он будет не положительный? Ну давайте вот не будем гадать, есть или не есть. Мы уже неоднократно говорили о том, что если не есть, я говорю, что в рабочих совещаниях неоднократно принимал участие. Вот, все документы, которые я видел, все документы, которые уже готовятся, у них значение на карте будет положительное. По крайней мере, для нашей сегодняшней ситуации. То есть вывод из эксперимента? Не из эксперимента, а все вопросы. Те вопросы, которые на сегодняшний день поставлены для подготовки заключения, а именно наличие сегодня вот этих двух домов, которые имеются, влияют ли они на производство полета при сегодняшней ситуации, вот за эти заключения на выходе. Давайте вот сейчас объясним, что здесь у нас информация присутствует, чтобы мы загадали. Вывод из той комиссии, которая собиралась абсолютно сама? Абсолютно верно. Это была большая работа. Началась она с тех исследований, которые подлетел самолет в специализированный борт. Работа в Самаре, работа комиссии, работа в Саратове, запрос и анализ всей технической документации, всех производств полетов, всех, если чего, каким образом взаимодействия, какие всем полеты существуют, посадки. То есть большая работа была проведена, сейчас полеты лежат. А сколько по времени еще до выхода? Ну, я считаю, что максимум пройдет вот, 10, максимум 2 недели уже будет подписан документ. Максимум. Схема полетов пока на сегодняшний день для разговора схем полетов никакой не идешь. Это в сохранить схем полетов. То есть на основе этого договора, вот это будет ключи, которые через 2 недели, да, максимум через 2 недели. Да. Мы увидим заключение, да, подписано по этой случае. Да, они дадут вот на сегодняшний день заключение готовится еще раз следующим образом. Мы в этом направлении движемся, потому что то, что схема посадки и полетов, которая сегодня существует, то, что она существовала всегда, она на нее вот эти дома, которые сегодня присутствуют, абсолютно никаких не будет. Во-первых, ну, то, что мы с вами обсуждали, первое, тот центр радиолокации, который существует в Самаре, он охватывает все имеющиеся локаторы, производить, которые необходимы, и просматривает все трассы, которые будут открыты. Ну, мы сейчас опять глубоко уходим, если это интересно. И самое важное, давайте, что мы получим через 2 недели заключение и увидим. И что, дальше пойдем куда-нибудь? Увидим и по... Дальше будем работать по тому алгоритму, который неоднократно с вами обсуждали. То есть транспортная прокуратура? Дальше будем просить транспортную прокуратуру, чтобы она нам помогала. У меня самый главный вопрос. Руководство назовет правильно, что хотя бы сейчас намечено. Или просто идет тоже отдельно, а это отдельно. Потом мы получим ответ тот же самый. Я просто к тому документу возвращаюсь, да? Я привожу документ, и будет документ. И был документ из Росавия, где было написано, что в данный момент когда все время, времени, получили утверждение, что та временная схема, она будет, как бы, да, она сейчас не решает, и ИТО как бы совпадет. Понимаете, о чем я говорю, да, что схема сейчас та, которая существует, она как бы не решает полет. Но был документ, что это было временно. В данный момент вот эта ситуация устройства, проводится в РВД, там Самару и так далее. Давайте еще раз так отвечу. При подготовке этих заключений работали специалисты и Самары, и центра, и
долго ждали, Я прошу просить, если почему так долго ждали, не подумайте, что куда-то там я проследовал, все это я был в командировку, знаете, какие-то вам специалисты озвучили, поэтому если в следующий раз в командировке нахожусь, мой заместитель или начальник отдела, то это просто вы, может, информация там тоже такая. Всегда рад с вами встретиться и доложить, есть хорошие новости, еще больше рад.